самых опасных при коммунизме, когда во время меняли свои фамилии, не единственные евреи, все мы не евреи. Я украинец, я русский, я узбек, я таджик, я там азербайджанец. Мы не хотели себя назвать евреями. Почему было евреем, мы не получили, были евреем, все получили. Ну что сделал тогда Лепарович Скелецкий, что до него его честь? Они были дом воспитанных, подпольный воспитанный, который он не разослал всем городам там, где жили людей. И под большим риском они продолжали соблюдать.